Кыш-к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 ыш. Все. Да ты куда лезешь? Ебать, дабл кил. Ебать, я дабл. Ебать, я его воткнул. Поставил я, кстати, Counter-Strike Source на скачивание, чтобы порубиться. Я там сделал уже опрос в своей группе, что снимать вместо PD. Выиграл, как ни странно, Counter-Strike Source. Ну, как ни странно, я в принципе знал, я сам за него отдал свой голос, потому что как-то мне контра ближе, там можно лучше поугарать. Именно в соурсе, потому что там всякие различные режимы боя. То есть там и 35 хп, и зомби мод. В общем, вообще веселиться можно во всю катушку. А в CS GO, допустим, ну там просто... Там... В общем, CS GO мне вот в этом плане не нравится. То, что там нет мини-гейм всяких. Так, все. Мы мажоры, мы врубили все эффекты. Такс. Такс. Чё, закинем, что ли, кого-нибудь? Блять, не тружи надо. Тебе рукожоп, а? Вот. Вот Жига умная, вот Жиги респект. Так. Всё. Пусть он радуется. Такс, ну давай, пробуй, залетай. Ну нет, ты так не залетишь. Блин, я же хотел вообще тут бой устраивать. Какого хера тут это? Все паркурят. Вот так вот. Без нитрыта паркурить. Вот. Только сильнейший может. Он сейчас что, подлануть хотел этому продишке? Блин, непонятно. Куда ты лезешь, а? Ну куда? Соска ёбаная. Блядь. Не залез. Антарес хуебес. Увидишь летсплей и будешь ругаться. Такс. О! Вот. Нормальненько. Рикошетик толкает. Ребяток. Ребятам о зверятах. Такс. Под нами до сих пор Тажига стоит. Молодчик она. Сейчас мы поможем Хорирельке. Блядь, да... Что ж я такой резкий-то? Раньше времени херанул Релю. Ух, мне что-то аж стыдно стало. Так ракую. Раньше же вообще ко мне все на паркур заходились. О, мол, Саня, подкинь. Вообще по кайфу, красава. А сейчас... Тьфу, блин. Нет. Да, зачем? Опять я сороковал. Опять. Давай. Братишка. Все. Ладно. Продишку мы закинули. Так. Он пишет, да, врубайте. А он не в курсе, что тут нара вообще офнута. Антарес, я твой рот топтал. Хуль ты делаешь, блять, а? Я тебе сказал, я твой рот топтал. Все, еще раз топтал. Такс. О, не тросик? Да? Там за пидоры, блядь. Или кто? Или это ты стрелял, говнюк мелкий? Такс. О, какая-то шмара Юля в чате пишет. Она, наверное, хочет жесткое анальное проникновение. Ну и хуя в сраку. Все, Саня ей написал привет, считай, запикапил. Вот ты паскуда какая! Это, оказывается, ты был. Гондурас, малолетний. Получай. Ну не беси, пожалуйста, хватит пшикать. Не надо.
Блять. Вот как не хватает связи в танках. Я бы тут всех материл. Поху, чтобы в вечном бане был. Зато бы я высказал все свое мнение о школьниках. Так. Что делать? Что делать будем? Все говорят, типа, вот, Саня, там, каждый летсплей одно и то же, что-нибудь новое придумай. Ребята, идите вы в хуй, я вам скажу. Мне неинтересно играть с битвы. Вот. И пиздуйте смотреть, как бы, других летсплейщиков. Море есть людей, которые снимают битвы, называют это эпичная битва. И считают, что она реально эпичная, но... Какой эпик может быть без угара, без мата даже? Ну, дело не в мате. Сам человек должен быть веселый, а не просто комментировать всю битву. Как бы любой летсплейщик — это та же самая тамада, у которого как бы есть свои там эти примочки всякие там, свои фишечки. А не должен он просто так комментировать. Я сейчас жиги очко про, блядь, паскуда. Конечно, не ты, да, Юля? Ты плохо паркурю. Юля, я лучше тебя паркурю. Ну давай, покатай, пиздюк. А, ну как хочешь. Слушай, а давай ты меня покатаешь. Во, блядь, я так же, как ты. Короче, на тебе, сука, рельсу. Пошел, пошел нахуй, пошел нахуй, пидарас. Кыш, 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 кыш. Все. Да ты куда лезешь, соска? Меня они за яйца повесят, если кого-нибудь катать буду. Все, отшился. Ушел нахуй. Кстати, перестал же я снимать батьку паркура. Ну, давно я вообще перестал, я его летом последней серии только делал. По все той же причине, что у меня забрали режим спектатора. Кто не знал, я снимал лично сам себя, то есть спектатор был на левом аккаунте, где был отключен чат. Я как бы заходил с двух аккаунтов. То есть у меня компьютер, как ни странно, тянул танки с полностью включенными эффектами, с двух аккаунтов и 60 FPS фрапса. Вот, а сейчас как-то не знаю, что-то у меня подлагивает. Вот лох, пизданулся. Ну вот, все по той же причине, проект мой накрылся, также и танка сказки. Я сделал только один выпуск, это репка, в общем, на другое у меня мыслёв не хватило. Туториал я еще вам обещал. Обещал к Хэллоуину. Ну, блядь, не получилось. Наверное, в числах 15-х он выйдет. Скорее всего, думаю, вы там это поднажмете и до 10 косарей дойдете. Да в любом случае вы дойдете. Пока у меня сейчас есть желание, я буквально за вчерашний день снял где-то видосов 5, это точно. Так что я пока в ударе. Пока надо пользоваться моментом, а то потом опять я уйду на 2 месяца в такой, якобы, как сказать, творческий запой и ничего не буду делать абсолютно. Так что надо пользоваться случаем. Я себя знаю, я могу и долго ничего не делать. Блядь, да как же вы бесите, а? Вы меня сейчас убьете, я обижусь. Кстати, я еще ни разу не умер в этой битве. Прокатался 10 минут. Неплохой показатель. Ушел, блядь. Ушел, нахуй. Вот, сука, рикошет. Вот пизды получишь. Все, получил пизды. Я чувствую себя, знаете, таким скиллачом, когда я отжираю нару, не давая другим танкам ее взять. Я теперь понимаю, о чем говорили разработчики в видеоблоге. Когда ты повышаешь скилл, то есть... Ни себе, ни ам, ни людям не дам. У меня, видите, тут как бы мало жизек. Я особо вот эту нару не использую. Вот. И как бы я не даю другим, чтобы не херили меня. Вот в этом-то и заключается хитрожопость вот этого релиза. Но, опять же, я против него, он мне не нравится. Но куда ж деваться, придется играть.
Хочешь играть, умей вертеться. Как ты бесишь-то, сука тупая! Хватит, ну хватит пшикать. Все, он меня понял. Ебать, у меня жизнь на нуле. Я, короче, как такой жадный человек. Не будем давать никому фрага. Просто съебнем вниз. Блять, все-таки убили. Даже как ты ж... Вот знал же, что херанет рикошет. Нет, все равно спрыгнул туда. Эх, эх, эх. Хотел я долетнуться. Он пишет, сори. Ладно, увидишь ты, что я хотел сделать. И ты, наверное, не будешь просить сори больше. Так, ну спасли мы жизнь этой прошмандене. А, она все равно уничтожилась. Ладно. Конечно, зря я, наверное, сейчас тут всех обзываю школьниками, прошмандениями. Ну, мне похуй. Я такой грубиян. Да, не то, что там ваши, не будем называть имена, летсплейщики. Кулюторные патриоты ебаные. Вот. Вообще, я как бы давно уже отошел от этого около танкового сообщества. Как бы я давно уже не в топе таких вот ютуберов ТО, хотя когда-то там был, наверное. Ну, почему, наверное? Я там был. Вот, а сейчас как бы все ушло. Сейчас новые тренды, новые моды. Вот. Ну ладно, я до сих пор как бы остаюсь, не ухожу никуда, хоть и что-то делаю редко, но я тут. Как ты ж бесишь-то, паскудник малолетний. Вот опять из-за тебя долетится. Ну ладно, хули. Ладно, кристаллик отожму. Сука. Чувак намеренно спустился и херанул по мне рельсы. И пишет сори. Где, ёб твою мать, логика, а? Ребятки, вы хоть когда пиздите, вы... Блин. Короче, хорош пиздеть. Вот что я вам скажу. То, что вы не намеренно так... Ой, сор. Попали. Да ты паскуда, ты хулишь мою нару отожрала, блядь. Съебался, блядь. Съебался, сука. В Payday не пошел со мной играть. Все, ушел нахуй. Ушел, блядь. О, рикошет, красавчик. Рикошет, херь его. Разрешаю, блядь. Ебать, дабл кил. Ебать, я дабл. Ебать, я его воткнул. И чё? На тебе, сука. Чё ты думаешь? Скиллонул, да? Сделал кульбит и все. Ушла, сука. Ушла, блядь, пока тебе в рот не кончил. Все, ушла. Так, он пишет мир. Мне похуй, не будет ему мира. Вот будет он вот такие вот тут кульбиты делать. И на этом как бы его мир закончится. А Жига все бесится. Как хач заезжает со спины и жгет. Ну ладно, чё. О. Пиздюк появился, блядь, не попал я по нему. В то время Антарес на меня хотел запрыгнуть. Жигу надо херануть, блядь, она сейчас поднимется, опять будет. С этим пшикалкой пшикать. Ой-е-е-е-е! Это называется сосамба. Все. Кто-то жестоко всосал. Блядь, меня убили. Короче, бесит меня эта карта. Нету тут, блядь, ночного режима. Что за хуйня? Надо сейчас брать это Васпик, заходить на Дюссельдорф и устраивать жестокие погони. Вот это я понимаю. Все, короче, ждите еще один летсплейчик, пацаны. Наверное, перед школой его посмотрите утром, если я спать не ёбнусь. Вот, отожрем кристаллы, будем подлыми людьми. Все. Всем до свидашки, короче, лайкайте. Yeah.